К концу недели в Курганской области придет летнее тепло со шквалистым ветром. Потепление ожидается до плюс 21 градуса. Ночные температуры будут колебаться от плюс 4 до плюс 9 градусов. Однако в эти дни синоптики обещают сильный южный ветер, порывы которого могут достигнуть до 20 метров в секунду. Будет облачно, местами небольшой дождь. По данным портала Гисметео, 20 сентября станет последним теплым днем сентября, после чего температура воздуха продолжит снижаться и до 30 сентября будет варьироваться от плюс 9 до плюс 15 градусов. В Курганской области несколько классов и дошкольных групп закрыты на карантин. Это связано с обычным сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ. По информации Управления Роспотребнадзора по Курганской области, на 37-ю неделю в регионе зарегистрировано 4455 случаев ОРВИ, что ниже порога на 15,4%. Из них в Кургане 2032 случая, что ниже порога на 16,1%. Санитарно-эпидемиологическая ситуация находится под контролем. Во всех школах и детских садах предприняты дополнительные меры по предупреждению распространения COVID-19, которые также способствуют профилактике ОРВИ.